Кто у нас спасатель? Сергей Кожиедович Шойгу. И никто не знает, что Сергей Кожиедович родственник семьи, что ему было доверено самое хлебное министерство. Вы представляете, если вот туда вставить всего лишь одно слово? Министерство по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Разница есть? Или по ликвидации? Представляете, какие страшные бабки отмываются на несчастье людей? У него своя система командных пунктов, своя авиация и даже, как оказалось, свой спецназ. Ну, это в газетах писали. У Сергея Кожиедовича. И самый главный идеал у него, как бы жизненный идеал, барон Унгерн, один из основоположников русского фашизма. Под него, вспоминаем начало вводной лекции, была создана партия. Какая? Единство.